Командир экіпажа Іван Саланович сёлета адзначае юбілейную 30-ю уборачную. Разам са сваім калегам Іваном Багілем яны першымі ў вобласці сабралі 1000 тонн збожжавых і зернебабовых. Пакуль дазваляе надвор'е, ў полі аграрыі праводзяць па 12-14 гадзін і нават абедаюць па чарзе, каб не губляць уборачны тэмп. Работаю я ведучым інжынерам. Вот. В данный момент я нахожусь в трудовом отпуске. И для того, чтобы отдохнуть душой и поработать физически, я пришел сюда. И вместе вот с Леонидовичем работаю. Зарабатываю деньги для семьи. Ну и мне это нравится. Я уже 7-й сезон помощником работаю с самого детства. Стать першими сёлета рассвету допомогло надвор'е. Паўднёвы рэгіён прагрэўся хутчэй, што і адбілася на ўраджайнасці. Каля 50 центнераў з гектара. Аднак, як сапраўдныя перфекцыяністы, гаспадары заўжды чакаюць яшчэ лепшых вынікаў. Мы всегда надеемся, что вот придет следующий год, а у меня это уже 36-я уборка. Поэтому придет следующий год и будет лучше. Міністр сельскай гаспадаркі Леонід Заяц адзначыў і зладжаную работу камбайнераў і тэмпы уборкі на Магілёўшчыні. І нават сам паспрабаваў сябе ў якасці памочніка камбайнера. Убирать хлеб – это большая честь для человека, особенно живущего на деревне. Да? Если деревня знает, что там молодой парень сегодня участвует в уборке, это, наверное, важнее, чем отслужить в вооруженных силах. Да? Потому что с немногих ему доверяют сельчане именно обмолотить, убрать то, что доставалось такой дорогой ценой. Это большая честь. Штодня графік уборачнай становіцца ўсё больш напружаным. Паспець сабраць ураджай у самым соку задача складаная. Таму чакаем новых тысячнікаў-пераможцаў. Седа Каспарова, Віталь Алексеенка, навіны рэгіёна.